За время существования МЧС России профессия спасателя стала не только делом чести и доблести, но еще и престижным выбором жизненного пути. Благодаря отлаженной системе работы чрезвычайного ведомства в этом году удалось ликвидировать почти 1000 пожаров и спасти более 300 человек. Сотрудников и ветеранов управления поздравил губернатор Сергей Морозов, вручив благодарственные письма и грамоты самым отличившимся. Серьезной организационной, материальной поддержки со стороны Министерства по чрезвычайным ситуациям создали такие условия для повышения профессионального мастерства, которых не было на протяжении многих десятков лет. Всего в регионе функционирует 840 подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований. В следующем году дополнительно предполагается создать еще 4 пожарных части. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.